Михайловский район Рязанской области. Вот где интересно жить. Быть причастным к его великому наследию и продолжать дело великих и известных людей, выходцев из этого благодатного края – великая честь. Михайловский район имеет богатейшую историю. На его земле рождены великие поэты, музыканты, композиторы, ученые, люди, прославившие своей жизнью и трудом не только свою малую родину, но и Россию. Прославленный марш «Прощание славянки» написал Василий Иванович Агапкин. Он же руководил сводным духовым оркестром на Красной площади 7 ноября 1941 года. Василий Иванович рожден в деревне Шанчерово Жмуровского сельского поселения, где память о нем живет. Огонь ее подогревается и в районном центре. В Жмурово открыт музей, посвященный жизни и творчеству великого дирижера и композитора Василия Агапкина. Там же открыт мемориальный комплекс воинам Великой Отечественной войны. Сегодня мы вспоминаем и вспоминали поименно каждого героя, который сложил голову за нашу землю, чьего-то деда, прадеда, отца. И это очень отрадно. И то, что делаются такие памятники, и то, что есть такие неравнодушные люди в селе, которые своим неравнодушием выбивают деньги на то, чтобы вот такая красота, такая память оставалась на десятки, а может быть и сотни лет. Жители Октябрьского городского поселения получили в 2018 году подарок – обновленную площадь памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Старт реконструкции памятных мест района был дан в Михайлове. На Соборной горе возле скульптуры архистратега Михаила был обновлен мемориальный комплекс, посвященный памяти героев Великой Отечественной и локальных войн, мужеству и стойкости ликвидаторов Чернобыльской атомной электростанции. Воспитание молодежи в духе патриотизма и внимание к малой родине – первоочередная задача работников михайловских органов местного самоуправления и образовательных учреждений. В районе широко развивается юноармейское движение. Российское движение школьников было подхвачено педагогами и юными михайловцами, создав возможность для выявления активных ребят. Добровольческие движения, сотрудничество с некоммерческими общественными организациями позволяет проводить в районе живые акции. В них вовлечены все слои населения района. С
События на Михайловской земле стремительно развиваются. Развивается и район. Свидетельство тому – строительство и ремонт дорог и социальных объектов, развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство. Ежегодно увеличиваются объемы отгружной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями района по всем видам экономической деятельности. Михайловской земле знают, что одним хлебом строительной отрасли, цементом, не удовлетворить спроса населения. Здесь думают о хлебе насущном. Оттого активизируется работа по введению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В Михайловском районе социально ориентированный бюджет. Его львиная доля уходит на финансирование социальной сферы района. В 2018 году в Михайловском районе работало 97 муниципальных программ. Михайловская земля является привлекательной площадкой для реализации инвестиционных проектов. Ведущие предприятия агропромышленного комплекса района – общество с ограниченной ответственностью «Малинки» и «Курсор». О развитии сельскохозяйственного направления в районе свидетельствует увеличение зерносушильного оборудования. 10 зерносушилок являются большим подспорьем в работе аграриев. Не оставляют без внимания в Михайловском районе и молочное животноводство. Может быть, 2%, которые ушли на мясокомбинат. Остальные все они здоровенькие. Врачи работают у нас превосходно, ассиминаторы, зоотехник. Все. Вот, коллектив у нас вообще-то дружный. Район строится. В нем ведется строительство жилья и социальных объектов. Введено в эксплуатацию 11 объектов капитального строительства. В селе Красное и деревне Бычки за счет средств местного бюджета установлены и обустроены фельдшерско-акушерские пункты. В новых зданиях предусмотрены необходимые кабинеты, созданы все условия для оказания первой медицинской помощи населению. Здание пришло в профнепригодность. Подарок себе. В Михайловском районе получилось широкое распространение реализации проектов местных инициатив. В сельских поселениях выполнены ремонты двух памятников – мемориального комплекса «Огонь памяти» в селе Чурики и памятника Анатолию Мерзлову с обустройством прилегающей территории в селе Щетиновка. Благоустройство святого источника Иоанна Богослова вблизи села Хавертово, ограждение и благоустройство кладбища в селе Анино. Большое спасибо всем, кто такую красоту навел. Нам очень удобно. Сами понимаете, здоровье – это самое главное, вода – это 90%. Красота спасет мир. Спасибо вам. Отремонтированы 8 сельских домов культуры в Виленском, Горностаевском, Грязновском, Новопанском, Слободском, Трипольском и Щетининском сельских поселениях. Новый спортивный
спортивные игровые площадки и ремонт памятников в деревнях и селах Михайловского района были выполнены и появились благодаря программе местной инициативы граждан. Большое спасибо всем. И Владимир Карпович Сидоров, мы тоже к нему не раз обращались. И Евгению Владимировичу тоже большое спасибо хочется сказать. И в Рязань мы ездили к министру по строительству и инфраструктуре. Тоже нас он очень хорошо принял, выслушал. И заместитель, который вот сегодня был, молоденький парень. Ну, в общем, всем, конечно, огромное спасибо. Все нам помогали, и Горгаз. Все своей командой. Ну, то есть, конечно, это работа ни одного человека и ни одного дня. Конечно, большое спасибо всем. Если рады мои земляки, если рады мои соседи, если рады те люди, ради которых мы работаем, конечно же, передается, и я очень рад этому. А жители села Рачатники в этом году сказали спасибо районной администрации за то, что у них отремонтирован водопровод, и теперь проблема с водоснабжением 130 домовладений решена. Удовлетворение очень сильное, правда, вообще жители проявили такое, как активность, такую активность большую, что не только наши депутаты, но и просто простые жители, от которых, ну, вообще, вот, ну, не ожидало, что вот придут, сами приходили, сами помогали. Во-первых, по благоустройству мы за 3 дня провели, я считаю, большую работу. Мы и выпилили, и окосили, и вывезли, и сожгли столько мусора, столько, ну, работа была проведена вот именно подготовительная, очень большая. В целом у нас побеждает дружба и хорошие отношения. Мы есть один район, мы в одном порыве сегодня, и я хочу, чтобы вы это настроение оставили до следующего года, каждый день, чтобы у вас был задор, каждый день здоровье, ну и, соответственно, чтобы было настроение.
свободны. И вам уже сейчас сколько годочков-то? Прям даже говорить не хочется. Даже? А почему? Ну мы скажем. 76,5. 76,5. Да. 76,5. Я за здоровый образ жизни. Поэтому мне Господь дает доброе здоровье. И еще работаем. Работаем еще, да. Да, работаем. Сдала норму ГТО на золотой значок. Уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. Общая численность постоянно занимающихся физической культурой и спортом в районе более 12 тысяч человек. Ну да, пришлось немножко похлопотать. В Михайловском районе находится одна из кафедр Рязанской епархии. Русская православная церковь в лице митрополита Рязанской епархии и клириков Михайловских благочиний проводит совместную работу с органами местного самоуправления по возрождению духовных традиций среди жителей района. Открываются храмы, ведется активная работа с молодежью. Ведется строительство духовно-просветительского центра на базе храма Архангела Михаила села Щетиновка. Михайловский район – благодатный край, способствующий реализации творческих и интеллектуальных способностей населения. Команда администрации создает все условия для достойной жизни людей, старается быть открытой для совместного диалога. Приемы граждан – это не единственная площадка для встреч главы администрации района и его специалистов для решения проблемных вопросов. Весенне-летний период на протяжении многих лет в Михайловском районе готовятся праздники любимого села, куда выезжают руководители организаций и специалисты различных подразделений, от которых зависит благополучие той или иной территории. Встречи проходят в душевной обстановке и способствуют скорому решению задач, поставленных перед властью людьми. Не случайно по итогам 2018 года Михайловский район признан лучшим муниципальным образованием региона. Лучшим муниципальным районом Рязанской области признан Михайловский район. Приглашается Сидоров Евгений Владимирович, глава администрации муниципального образования. Приезжайте на Михайловскую землю и реализуйте свои возможности.